Зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Привет, народ! Вы смотрите программу «Обзор социальных сетей». Меня зовут Сережа Георгич. Поехали! Наши путешествия в дивный, чудесный мир программы «О чем поет страна» продолжаются. Мы уже с вами обсудили так много народных талантов, что, казалось бы, они должны вот-вот закончиться. А нет! Бурлящий поток народного творчества не кончается. Это как с китайцами. Если они начнут идти мимо вас, это будет происходить вечность. Потому что пока шагают эти, успевает родиться куча других китайских людей. Короче, я отвлекся. Сейчас мы погрузимся в обзор социальных сетей участницы проекта «О чем поет страна» Людмилы Шароновой. Поддержим Людмилу аплодисментами. Ну? Ой, да ну вас! Тоже мне команда поддержки. Вот, вот! То-то же. Поезд ждал меня, чтоб увезти к старому забытому перрону. Если хотите, Людмила проведет для вас мероприятие любой сложности. Ведь таких у нее было уже более 2000. Ну, это если раз в неделю делать мероприятие, ведь получается, что она работает в этой сфере уже более 35 лет. Да, так и есть. Многие начинают работать с детства. А что поделаешь? Клипы Людмила Шаронова делает хорошие. Посмотрим, как она ведет свои странички в интернете и социальных сетях. Смотрим страничку ВКонтакте. Тут, конечно, просто личная страничка. Группы никакой, как я понял, и нет. Очень жаль. Такому большому артисту обязательно нужно завести сообщество, где поклонники будут общаться. Кстати, среди поклонников есть Иван Обухов, постоянный гость в нашей программе «Баклуша». Иван любит Шансон ТВ и участвует во всех наших заварушках. Так он прокомментировал фото Людмилы. Вау, красотка Людмила, отпад, так держать! Ну, на самом деле, так держать не надо. Нужно активизироваться в социальных сетях. Завести отдельную группу для поклонников и хорошенько ее вести. А пока за ВКонтакте тройка. В Одноклассниках дела обстоят получше. Подписчиков более 2000. Прям сколько мероприятий провела, столько и подписчиков. О! Вот такая классная фотка у нее есть. Пишет в комментах, что они с Сергеем Зверевым росли в одном дворе. Ладно, за Одноклассники ставлю 4. Активность здесь очень хорошая. Классы ставятся, подарки дарятся. Умничка, Людмила. Друзья, участвуйте в программе «О чем поет страна». Если вы талантливы и не лишены смелости, ждем ваши видео. Заходите на сайт шансон.тв, жмите на вкладку «О чем поет страна», заполняйте анкету, читайте соглашение и загружайте свой клип. Помните, искусство принадлежит народу! Это была программа «Обзор социальных сетей». Людмила Шаронова, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Обзор социальных сетей.